В одной из прочитанных старой книжки, у той, что страницы на ладане дышат, в переплете затертом старом кожаном, где была описана истина, может быть, та, что в детстве не раз перечитана. Верил я, страна есть, что там описано. Град, золотые врата представлял мысленно, райских птиц с красой неистовой, который день маялся в поисках входа в мир тот загадочный, планы строил. Где же он не раз я кричал в пустоту, потом снова на полу слушал тишину. А в тот день самый уже утро было, уставшая ночь на свой покой уходила. Я голос услышал кого-то свыше, все будто бы замерло, все тише и тише. Голос говорил: я покажу, что ты ищешь, путь в ту страну, о которой в книгах пишут. Иди со мной, но знай, дорога нелегка, нам с ветром по пути через леса и облака. Помолился, собрался я в свой последний путь, спросил, могу ли попрощаться хоть с кем-нибудь, родную мать обнять, ведь больше не увидимся, затем ступить туда, мечты, что снились мне. Вдруг темнота такая, что не видел раньше, затем свет яркий, что ослепил глаза мне даже. Хрустальный град увидел, золотые врата, вот оно то место, о чем мечтал когда-то. Я просто чем-то болен, но не более, все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью. Боремся с собой, каждый по-своему. Я просто чем-то болен, но не более. Все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью. Боремся с собой, каждый по-своему. Когда от человека остается только имя, вероятно, проще взять и выкопать себе могилу, как миллионы тел, и не хотел быть просто первым. Воображение подарило мне совсем другую веру. Я был другим и ненавидел мир себе подобных, так любящих себя от колыбели и до гроба. Мало места среди вас, считающих меня уродом. Шторами завесил окна, замки на затворы, темно и холодно по полу, пыль слоем ровным плотно. Из крана капают капли мокрые, намотаны снаружи уже проводка, провода и кнопки. Отсутствие тока здесь, видимо, выбило пробки. Вечерами убиваю время не у телевизора, а в погоне за мечтой той, что слепит искрами. Ждет мысли быстро пламенем неистовым, с ума сводит прикосновением единственным. Ночью слышу то, о чем читал в книжках, и он зовет меня туда, где я бы не был лишним. Если он действительно знает, и это правда, тогда стоит рискнуть. Но я не видел его карты, покажи мне дорогу в апреле. В первых числах безумие, новый выстрел, снова приступ. Весна без сна, но уже засветло красками. Свет режет, глаза красные, бритва опасная. Или пару пачек лекарства укажет в ту сказку точный адрес. Потом свет, бинты, снова бинты, вата. И вместо ангелов врачи в белых халатах. Я просто чем-то болен, но не более. Все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью. Боремся с собой, каждый по-своему. Я просто чем-то болен, но не более. Все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью. Боремся с собой, каждый по-своему. Я видел все больше и больше. То блестящее и живое, что мешало мне смотреть, перестало блестеть и дышать. Поверхность высохла, и от этого стала сжиматься, открывая мне возможность видеть вокруг. Неужели я один? Я зацепился взглядом за очень знакомое. Это листок какой-то книги. Я попытался всмотреться, но разглядел только номер страницы. Номер 80. Я просто чем-то болен, но не более. Все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью. Боремся с собой, каждый по-своему. Я просто чем-то болен, но не более. Все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью. Боремся с собой, каждый по-своему. Я просто чем-то болен, но не более. Все мы чем-то больны, каждый по-своему, по-своему пытаемся справиться с этой болью.